Привет, друзья. Ну вот я и переехал в другое общежитие, как и обещал. Поскольку все убежали рано-рано на работу, а так обычно, когда кто-то есть в комнате, наводит порядок. Спал я вот на этом втором ярусе, но съехал Игорь и уступил мне это вот это вот место. Окошко, оно открывается. Так, открывается. Такой вот холодильник. Намного аккуратней, чем в том общежитии, где я был. Подписчики мои дорогие, любимые, самые любимые и дорогие. Я бы, прежде всего, хотел для вас выкладывать качественные ролики, видеоролики на YouTube, Одноклассники, ну и другие сайты, социальные сети. Я думаю, почти у каждого из вас есть аккаунт на YouTube, и вам ничего не будет, и вам не будет так сложно нажать на кнопочку «Подписаться» и поставить лайки на моих видосиках. Я недавно этим всем занимаюсь, и, естественно, пока только окунулся в это все с головой, но пока что макушка торчит. Поэтому буду очень признателен, если вы пожертвуете какую-то сумму мне на лечение. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментарии, вот такие вот жирные лайки, не забываем, именно жирные. Ну, дизлайки тоже можете ставить, хотя очень много бывает и гневных комментариев, намного больше, чем добрых. Я вас очень прошу подписываться на мой YouTube-канал, поскольку в Одноклассниках у меня уже 10 тысяч подписчиков. Уже такая большая, крупная цифра. Друзья, ну вот я и переехал в другое общежитие, как и обещал в предыдущих видеороликах. Друзья, у меня к вам просьба, громадная просьба. Не могу двумя руками так сделать. У меня на штативе телефон в руке. Видите, даже там трясется от перевозбуждения, от волнения, вернее. То, что мне немножко неловко и стыдно об этом вас просить. Но это обычная практика. На YouTube, в Одноклассниках не знаю, но в основном это посвящается тем, кто у меня в Одноклассниках, в друзьях, подписан на мой канал, подписчики мои дорогие, любимые, самые любимые и дорогие, вот так вот скажем, и добрые, надеюсь, хотя очень много бывает и гневных комментариев, намного больше, чем добрых, но я думаю, это моя вина в этом. Позже я отвечу вам на ваши вопросы, на ваши комментарии, в основном на гневные. А пока что я вас очень прошу подписываться на мой YouTube-канал, поскольку в Одноклассниках у меня уже 10 тысяч подписчиков, уже такая большая, крупная цифра, а на YouTube всего лишь даже 400 человек не набралось. Хотя канал уже полгода, он не такой уж и маленький, уже подрастает понемножку. Именно я про YouTube, не про Одноклассники. В Одноклассниках у меня бешеным темпом просмотры идут. Также подписываются люди на мой канал. Спасибо вам громадное, то, что вы все-таки на мои просьбы реагируете как-то и подписываетесь, не отказываетесь, ставите лайки и комментарии много, пусть и не очень хороших, но их много, и меня это радует. Но мне бы хотелось прежде всего вас попросить, чтобы вы подписались на мой YouTube-канал, поскольку это основной мой канал, и уже оттуда я перезаливаю ролики в Одноклассники. То есть, не знаю, как правильно сказать, короче, сначала у меня на YouTube все новенькое появляется, потом уже только я добавляю это в Одноклассники. Поэтому я вас очень прошу поддержать меня своей подпиской, подписаться на мой канал, поставить палец вверх на роликах, также оставить комментарии, сделать репосты. Но самое главное, я думаю, это подписаться и поставить такой жирный лайк. Поскольку у меня Одноклассники растут, а YouTube нет, это очень обидно и неприятно. Мне бы намного приятнее было, если бы у меня как и Одноклассники, так и YouTube подрастали. Со временем, я думаю, уже будет больше, чем 10 тысяч подписчиков. А пока что для меня, конечно, это космическая цифра. У меня никогда такого не было. И тут я вдруг, наверное, стал известностью какой-то, пусть не громадной пока, но уже узнаваемой.
Это, конечно, очень приятно, то, что вам интересна моя личная жизнь, как я живу, чем я живу, то, что я, может быть, даже о людях снимаю, как они живут, это тоже меня радует, что вы все-таки оставляете комментарии, репосты, спасибо за репосты, это я к одноклассникам отношу, вернее, моя речь для одноклассников, вот, а сейчас я вас очень прошу, подпишитесь на мой YouTube, потому что, ну, реально, канал какой-то мертвый. Одноклассники живет полной жизнью, а YouTube, он как могила на кладбище, с крестом, с таким. Вот, и цифра 400. Прошу вас подписаться на мой YouTube-канал. Также вы можете финансово помочь мне, моему каналу, поскольку у меня есть не все оборудование, можно улучшить намного и качество видео, и качество звука, вот, но это все стоит денег, которых у меня в данный момент нет. Поэтому, если вам не сложно, вы можете сделать донат. У меня будет ссылочка под видео на донат. Донат, это, те, кто не знает, это пожертвование. Вы нажимаете на эту ссылочку, и сколько вам не жалко, 50 рублей, 100 рублей, 1000 рублей, там можно 1 000 000 рублей. Вот. Там очень просто, все легко. Также у меня номера электронных кошельков есть под ссылкой к донату. То есть вы можете также на мои электронные кошельки скинуть. Даже 10 рублей для меня — это большая сумма в данный момент. Нет, это не милостыня. Я не упрашиваю вас милостыню, поскольку монтаж очень много времени занимает. Я прихожу с работы и начинаю монтировать видео, не спавшие. Мне даже друзья там, кто со мной в комнате живет, говорят, то, что хватит, давай ложись спать, отдыхай, на работу пойдешь уставший. Но я все равно стараюсь как-то выпустить быстрее видеоролики, быстрее сделать качественный, заметьте, качественный монтаж, и выложить для вас эти ролики и видео, чтобы вам было интересно. Конечно, они не супер крутого качества пока что, но если вы пожертвуете какую-то сумму, я думаю, у меня накопится немного денег, чтобы что-то докупить. Я даже знаю, что. Но думаю, вам не особо интересно, вам более интересно будет, не особо интересно смотреть, что я докупил, какое оборудование. Хотя это тоже потом сниму и покажу для тех, кому это будет интересно, кто тоже занимается, как и я, блогерством. Вернее, начал заниматься. Я бы, прежде всего, хотел для вас выкладывать качественные ролики, видеоролики на YouTube, Одноклассники, на другие сайты, социальные сети, ВКонтакте также. Крутой сайт, нельзя его забывать, надо говорить. В Инстаграме тоже я есть, на ТикТоке тоже есть отрывочки из моих видео, вступления, скажем так. Поэтому прошу, не жадничаем, подписывайтесь на мой канал, именно YouTube-канал, в Одноклассниках вас очень уже много, хотя я тоже буду рад, если вы в Одноклассники будете подписываться, но больше мне, конечно, хотелось бы, чтобы вы проявляли активность свою на YouTube. Я думаю, почти у каждого из вас есть аккаунт на YouTube, и вам ничего не будет... и вам не будет так сложно нажать на кнопочку «Подписаться» и поставить лайки на моих видосиках, чтобы они продвигались как-то выше-выше по, как это называется, забыл, нельзя такое забывать. Короче, чтобы они выходили в топы, а в Одноклассниках я уже в топе, в топах, в топе, не знаю, как правильно, пишите в комментариях, исправляйте меня. Я недавно этим всем занимаюсь, и, естественно, пока только окунулся в это все с головой, но пока что макушка торчит. Вот, поэтому надеюсь на вашу поддержку, как и моральную, так и материальную. Давайте посмотрим мою комнату. Друзья, у меня ужасно болит зуб. Иногда я не сплю ночами. Вот сейчас днем заболел, как раз мой выходной, но это очень сильно. Зубная боль — это жесть. Он у меня давно уже болит, где-то в протяжении года начал ныть. Сейчас вообще бывает боли невыносимые, поэтому мне нужны бабки. Не старые бабки, которые с палочкой ходят, а деньги, я имею в виду. Капуста. Не та, которая растет на огороде, а капуста, которая зеленая такая, с сыпами. Вот, чтобы выдернуть его или залечить, если его можно спасти, если он не так безнадежен. Поэтому буду очень признателен, если вы пожертвуете какую-то сумму мне на лечение. Спасибо.
Дорогие мои друзья, вот моя комната в общежитии. Давайте вот так вот такой беглый осмотр сделаем камерой. Такая вот немножко срачник. Но это сегодня так, поскольку все убежали рано-рано на работу. А так обычно, когда кто-то есть в комнате, наводит порядок. Моет полы, подметает, заправляет постели, убирает со стола. Ну, как бы так, как дома, в принципе, все то же самое. Давайте пройдемся по комнате, друзья. Сколько здесь коек мест? Сначала посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь койко-мест. Вот это вот мое койко-место. Я думаю, вы узнали по моему рюкзаку. Он был в других моих видеороликах. Я здесь совсем недавно. Вот он, мой пакет. Такая вот моя зарядочка от телефона, на который я в данный момент снимаю этот видеоролик. Спал я вот на этом втором ярусе, но съехал Игорь и уступил мне это вот это вот место. Он уехал в другое общежитие и любезно мне его уступил, чтобы никто другой его не занял, потому что, сами понимаете, нижнее место удобнее, чем верхнее. Поэтому теперь мне спать намного удобнее, чем до этого было. Такая вот лестница, такие вот лестницы на второй этаж, скажем так, в поезде немножко по-другому, но здесь койки как в поезде. Голыми, босыми ногами, конечно, по ней неудобно лазить, но если в носочках, то довольно-таки нормально. Такое вот окошко, оно открывается. Так вот, открывается. И можно проветрить, если стоят потники с работы, обувь воняет, и в комнате невозможно дышать. Такие вот мои потники валяются. Коллега по работе, он просил его не снимать, поэтому я не буду этого делать. Это вот такой творческий, скажем так, беспорядок. Такие вот стулья, чтобы, когда пришел с работы, лень раздеваться, хочется присесть, но на кровать в такой одежде с улицы садиться не особо приятно и этично. Можно присесть на такой стул, он розеточка, удлинитель, воткнуть телефон, зарядить его, поиграть в игры. Как бы так вот, весело. Друзья, вот такой вот стол. На нем мы обычно трапезничаем, кушаем. Такой вот стул. Еще один холодильник. Есть даже чайник, вскипятить воду, сделать себе кофе или чай. Вот это вот макарошки. Меня ими угостил сосед, когда они еще свежие были. Даже на работу меня ими заставлял меня взять, чтобы я там голодный не сидел, потому что на работе я одни пирожки жую. Вот. Но я забыл, торопился. Вот, макароны с мясом. Кстати, офигенно вкусные были. Я их ел горячими. Такой вот холодильник. Намного аккуратней, чем в том общежитии, где я был. Здесь продукты общие лежат. Каждый что-то покупает, кладет в холодильник. То, что он любит кушать. Или по его, конечно, возможностям финансов. Потому что платят нам не особо много. Поэтому позволить можно не все. Икру красную мы не едим, черную тем более. У нас обычная еда. Хлеб вот такой вот нарезной. Каждый день. В принципе, любой человек себе его, и не человек, может позволить. Так, ты там ногти стрижешь, да? Услышите, ногти стригут. Вот. Мы тут все делаем в комнате. Вот. Если что, мы тут не срём, да? А так мы тут все делаем.
такой вот лимонад в Окее покупал, то, что надо. Тоже недорогой, 19 рублей, если мне память не изменяет. Хотя иногда она мне изменяет. А как неверная женщина. Думаю, всем ясно, понятно. Мои плоские шутки. Мой черный юмор, неудавшийся. Вот, как можно проживать довольно-таки неплохо в общежитии. Кстати, мне здесь правда понравилось. Наверное, лучшее общежитие, где я побывал за последнее время. Извиняюсь, у меня насморк, у меня болит зуб, у меня, короче, болят ноги, если все ноги растер в туплях, ботинки неудобные на работе, у меня мозоли, жесть какие. Я очень рад, что у меня сегодня выходной, но вот иначе я на работе скончался от насморка, от зубной боли и от мозолей своих на ногах. На прошлой работе у меня на руках мозоли были, поэтому тоже такой юмор. Кто умеет шутить, тот догадался, о чем я говорю. Вот. Ну, про работу я не серьезно, я работал, там провода мотал, поэтому у меня были мозоли. Ничем таким не занимался противозаконным, поэтому не подумайте плохо обо мне. Вот. Итак, друзья, поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, комментарии. А вот такие вот жирные лайки, не забываем, именно жирные. Ну, дизлайки тоже можете ставить. Вот, карма вас за это накажет. Хотя многие, кстати, думают, что дизлайки это плохо. На самом деле это не так. Это совершенно не влияет никак на видео. То же самое, что лайк, только это дизлайк. YouTube это так расценивает. Другие сайты, не знаю. Вот, повторюсь, подписывайтесь на мой YouTube канал. Потому что в Одноклассниках вас уже 10 тысяч, а на Ютубе 400 человек с натягом, может, наберется там, я не знаю. Короче, народ, я ничего не знаю, вот. Знаю только одно, что я вас очень прошу подписаться на мой канал, именно на Ютубе. Ну, в Одноклассниках также не забываемся подписываться, чтобы отслеживать мои видосики и там, и там. Также не забываем донатить денежку мне. Ссылочка будет под видео на донат. Также там будут номера электронных кошельков. Если вам не жалко, сколько вам не жалко, вы можете пожертвовать мне на новое оборудование, также на мою жизнь, и избавиться мне от зубной боли, пойти выдернуть мой больной зубик, или все-таки его как-то удастся спасти и залечить. Если вы мне нормальную денежку кинете, то тогда, наверное, я поставлю себе коронку, не буду дергать. Ну, вот, в принципе, можно так вот спасти и меня, и мой зуб. Все это делаю для вас, мои дорогие друзья, чтобы вы смотрели интересные видосики. Если буду до конца без зуба, у меня и так уже половина, я буду ходить. Вот, зарплата небольшая. Поэтому, кстати, мне на днях впервые за полгода пришел донат 100 рублей. Я не знаю, кто это мне задонатил, но хочу выразить громадное спасибо вам, молодой человек или девушка, что вы один из первых сделали такую вот лепту, внесли. Вернее, это первые деньги, 100 рублей. Пусть это небольшая сумма, но мне очень-очень приятно. Сделал первый шаг, как говорится, к тому, что люди все-таки стали немножко добрее, более понимающие, наверное, то, что я не просто так вот видосик снял, его выкинул в интернет и все. То, что я все-таки занимаюсь видеомонтажом, уже, кстати, приличное время, я бывший хип-хоп-исполнитель, музыкант, клипы на заказ снимал, фотограф. Можете также найти мои работы в интернете, ВКонтакте, в том же Инстаграме. Вот. И у меня уже довольно-таки обширный большой опыт в этом деле. Блогерством я как полгода занимаюсь, поэтому видеомонтаж у меня это, скажем так, с материнским молоком я впитал в себя. Вот, и стараюсь, конечно, вот, сделать красивый монтаж, озвучку, над звуком поработать. Не сплю по ночам, когда надо отдыхать и идти работать. Вот, поэтому, думаю, мои старания зря не пропадут, и все-таки вы мне какую-то сумму задонатите. Даже 10 рублям, повторюсь, я буду очень рад, если каждый из вас мне по 10 рублей отправит, к примеру. Я смогу купить, например, стабилизатор, чтобы вот так вот камера не тряслась. Такой штатив, он специальный, электронный, очень крутой. Поэтому еще раз всем спасибо. Не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии. Всем пока.